Всем добрый день, дорогие друзья! Вы на канале многодетной семьи Тарантино. Сегодня у нас будет обзорчик. Обзорчик нашего опять любимого Василька. Нынче будет заказ такой более-менее интересный. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь с нами. Василек у нас упаковывается, как всегда, на ура. Поэтому упаковка радует. Видите, как они запаковывают? Ни в какой дождь, ни в какой снег ваши вещи не промокнут. И сейчас посмотрим, что уже там интересного такого нам пришло. Ну, в первую очередь, это прайс-лист. Нынче у меня прайс небольшой, всего один листочек. И сейчас будем смотреть, что же у нас по прайсу. Ну, как всегда, носки короткие. Цена за 5 штук 240 рублей. Так, сейчас мы их откроем. Если смогем открыть. Носки у меня всегда девочки выбирают. Какие им нужны носочки. Сейчас же, знаете, мода яркие носки. И у меня девчонки выбирают все яркие. Тут у нас, это что? Кока-кола. Это что-то там? Пепси. А, Red Bull. Да. Pepsi. Потом Пепси. Кока-кола. Zero. А это? Фанта. Фанта. Во, вам дети все ответили разом. Носочки, считается. Смотрим дальше, что у нас тут там. По списку хочу пойти. Носки мужские длины. 6 штук. Цена 345 рублей. Ну, носки мужские, обычные, без рисунка. На фотографии покажу. Но они медицинские, они очень хорошие. Брали уже не первый раз, поэтому опять взяли. Дальше. Носки мужские с надписями какие-то. Цена 276 рублей. Сейчас посмотрим, что там за надписи. Но они тоже длинные и вот такая вот небольшая надпись. На фотографии более подробно покажу. Вот получается за 5 пар, ой, за 6 пар 276 рублей. Так, дальше что у нас? Это костюм. Костюм ростовка 146, нет, 152. 152 костюм. Сейчас посмотрим, что за костюм. Вот такая вот футболочка. Это получается костюм в трикотаж. И вот такие вот штаны. Это я заказала для одного мальчика. В честь дня рождения на подарок. Вот такой вот костюм ему на лето будет дома носить в самый раз. Дальше смотрим, что уже у нас тут еще есть. А, мужские трусы. Размер 50-52 заказывала мужу. Посмотрим, какие по качеству. Вот такие вот трусы. Мне кажется, они ему маленькие будут. Вот они. Самые обычные. Он, по идее, такие не носит. Но если будет носить, то вот такие вот труси. Нет, так сыновьям достанется. Дальше. Костюм на рост 146. А нет, вот 152 получается, это не тот. Вот 146, по-моему, заказывала я ему на подарок. Да, вот 146 я ему на подарок заказывала. 152 это другое. Так, вот такая вот футболка. И вот такие вот штанишки. Я ему заказывала. Сегодня позвоню, а завтра унесем уже, отдадим. Костюм, в принципе, хороший, классный. И также я заказывала постельное, ребята. Постельное никогда не бывает так, что... Ну, я все постельные заказала. У меня тут получается что... Два комплекта полуторки, но просто небольшие.
Просто не получается 90, 200 на 20. На диван, чтобы натянуть на резиночки. Это вот с авокадами вот такое постельное. С авокадами это сейчас модно. И у меня девчоночки поддерживают немножко моду. Поэтому вот заказала вот такое вот постельное. Просто на ней идет на резинке. Это все бязь. Хлопок 100%. Размеры у нее тут разные. Вот в целом вот такой вот комплект. Дальше опять полуторка, но тоже большой простынью. Заказала вот такой просто на резинке 90-200 на 20. А под одеяльник будет полуторка. Вот такой вот темный. Тоже комплект, пусть на диван будет. И заказала двухспальный комплект. Бязь на молнии и простынь 180-90 на 25. Это вот двухспалка евро. А нет, да, двухспальный евро, простынь на резинке, бязь, хлопок 100%. Этот тропики мне очень нравится. Постельная вот сколько раз брала, ни разу еще не разочаровалась. Поэтому вот такие вот у нас сегодня был заказ. Я вам подробно еще, конечно, сфоткаю, покажу. Сейчас там, кстати, ребята, очень появилось много-много летних вариантов. Костюмов, пижам, сарафанов, платьев. Также много разных постельных с авокадами и много-много интересного. Заходите, пожалуйста, на Василек. Ссылочки на все соцсети я оставлю в описании. Поэтому проходите, смотрите. И заказывайте много интересного. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайк, поставить комментарий, оставить свой в описании. Ну и всем говорю пока-пока! У нас вечер, ну и я пошла прогуляться до подруги. Надо отнести подарочек ей. Ладно, идем. Со мной идет Светланка. И Шушу заодно проведаем и посмотрим, как там они делают ремонт. Дорогие друзья, пришла в гости. Вы же мне писали, что я к подруге хожу в гости покушать. Вот. Ем пюре с гуляшем и пью компотик. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я в гостях тоже буду кушать. У меня ребенок, у подруги блины лепят. Светланка. Причем очень вкусные. Очень. Им еще вот там вот столько лепить. И начинки-то совсем чуть-чуть осталось. Вы как размазывать-то будете? Или остальные пустышки оставите? А мы их со сгущенки потом будем кушать. А у тебя сгущенка есть? Найдем. Ну так. Для блинчиков, для красивых. Один творог ложит, другой блинчики заворачивает. Прям мастерско. Молодцы. А меня позовете на блины? Вот это как-то нечестно вы делаете, а мы тоже блины хотим. Вы пьете компот, вот когда чай будете пить с кофе, мы вам обязательно блины в тарелочку положим. Не, ну вы мне-то покажите, что вы делаете, а то ведь я не умею. Мне все пишут, что я не умею делать, вот теперь буду учиться мастерски делать. Доча с дядей меня тут учат. Молодцы! Что, все? Остался один блин, два. Два. А творога-то у тебя не хватит. А, у нас один блин. Мы один. Наскребем. Да вроде не комом. О, какой красивый блин у нас получился. Я слепая. Ну-ка, там листочек уходит. Все. Светик сделала блинчики. Вы молодцы, Света, покажи лайк. Молодец.